В мае исполнилось 60 лет заслуженному тренеру СССР и России, главному наставнику сборной команды по спортивной акробатике Владимиру Гургинидзе. Уроженец Грузии уже более 20 лет воспитывает российскую спортивную элиту вместе со своей супругой. В деле прославления акробатики мастеру помогают его сыновья Ривас и Теймураз. В прошлом спортсмены, а ныне заслуженные тренеры. О спортивной династии Гургинидзе в материале Марии Подъепольской. Когда на первых европейских играх в Баку в 2015 году на соревновательный помост вышли российские акробаты Марина Чернова и Георгий Потарая, стало ясно – этой паре нет равных. Уровень мастерства, сложнейшие элементы, артистизм, гармоничное сочетание движения и пластики. За всем этим стояла большая работа команды Владимира Робертовича Гургинидзе. Заслуженный тренер России и СССР. С конца 90-х возглавляет российскую сборную. Супруга Лариса Борисовна – главный хореограф, один из лучших балетмейстеров в мире. Так сложилось в судьбе Владимира Робертовича, что свое первое звание заслуженный тренер СССР он получил у себя на родине, в Грузии. Там же познакомился с супругой Ларисой Таварткеладзе, чей отец был директором научно-исследовательского института физкультуры и спорта в Тбилиси. С первых же дней я работала со сборной командой Грузии, можно сказать. А потом... Впоследствии мы переехали сюда, но там у нас уже были чемпионы мира. На тот момент я уже была заслуженным тренером Грузии. Мы с моим мужем получили это звание, будучи студентами института еще. Наши девочки с чемпионата мира и Европы привезли 18 золотых медалей. И на огромном стадионе во время футбольного матча Советский Союз тогда был, Советский Союз играл с Грецией. И нам там вручили звание заслуженного тренера, чтобы все видели, что молодые тоже могут. После триумфа грузинских спортсменов в семье Гургинидзе появились сыновья Ривас и Теймураз. Затем акробаты переехали в Россию, в старый городок. Будущих чемпионов мира и Европы чета Гургинидзе готовила в местной спортивной школе. Я с женой мечтал, чтобы жить в таком месте, где в 5 минутах был бы зал от жилья и все, и чтобы как бы полностью отдаваться работе. Так и получилось. Потом мы здесь, практически у нас переходил весь городок, все и большие, и маленькие, и все. Оборудования не было, приходилось где-то доставать что-то, где-то получилось. Потом появились у нас первые чемпионы Европы, женская пара с Москвы их взяли, там нас попросили мы, чтобы с ними поработали бы. Здесь у нас было борцовское татами, на котором мы работали. Правда, еще ремонта не было, все было в этих грибках, весь зал такой. Катастрофа, честно, если сказать. Но у нас получилось, опыт дал свое дело. Они попали на чемпионат Европы, выиграли, и как бы авторитет поднялся, нас узнали. Тренерский талант и упорство заметили власти, зал отремонтировали, а Старогородковская спортивная школа стала центром притяжения не только местной ребятни, но и акробатов со всей России и даже мира. Перенимать опыт к Гургинидзе приезжала сборная команда Франции. Их любят и знают в Европе, опасаются на мировых состязаниях, ведь работа тренеров Гургинидзе – это высочайший уровень мастерства и самоотдача. Рядом с Владимиром Робертовичем его сыновья Теймураз и Ривас – заслуженные тренеры России, заслуженные мастера спорта. Старший Ривас на протяжении десятилетия не оставлял шансов акробатам всего мира стать первыми в категории «смешанная пара». Его выступления сводили с ума поклонницы и украшали любое соревнование. Сейчас Ривас тренирует в Звенигороде, Теймураз – в Одинцово. В юбилей главного тренера сборной команды России по спортивной акробатике Владимира Гургинидзе звучат поздравления не только от учеников и коллег. За большой личный вклад в развитие спорта в России, подготовку спортсменов международного класса и в связи с днем рождения. Награждается именными часами и грамотами президент России Владимир Владимирович Путин. В старом городке сегодня тренируются 4 абсолютных чемпиона мира: Марина Чернова, Георгий Потарая, Николай Супрунов, Игорь Мишев.
Эти спортсмены будут представлять Россию на всемирных играх, которые состоятся в Польше. Впереди по-прежнему большая работа, ведь для неолимпийской акробатики появился реальный олимпийский шанс. В 2018 году в Буэнос-Айресе пройдут 3-й юношеские олимпийские игры, где спортивная акробатика будет представлена женскими тройками. Мария Подъепольская, телекомпания «Одинцова».